Всем привет! Приехала в Обе, теплый стан. Сейчас чуть-чуть с вами погуляем. Посмотрим, что интересненького в Обе. Так, розы. Какая красивая желтая. Я подсела на розы. И белая красивая. Просто все... А, оранжевая тоже. У меня таких пока нет. А вон какие небольшие розочки. Вот это красиво. Супер. Сейчас посмотрим, если есть в оценках. Куплю. Вы спросите, почему я беру в оценках? Я, конечно, могу их купить. Ну а зачем, если они есть в оценках? Так, вижу много фаленопсисов. Так, вижу мельтонии, мини. Ой, так, тут так вкусно пахнет. Мельтониями пахнет. Очень сильный аромат. Какой красивый. У нас сегодня с вами мало времени. Быстренько сниму, потому что Матюшу отдала в игровую зону. Зигапиталу. Так, у меня спрашивали цену на Зиге. Да, 1000 рублей. Ну, такой у меня есть. Хороший кустик. Так, много фаленопсисов. О, какой пилорик, смотрите. Это получается мульти. Мультипилорик. У него даже не белые цветочки, а ближе к желтому, к молочному такому. Вон сколько цветоносов. Сейчас сфокусируемся. Так, вот из точки роста получается. Раз, два, три, четыре. Четыре цветоноса. И он пилорик. Прикольный. Хорошие корешки. Миди. Так. Вот еще один. Но это уже стандартный. Так, а цена на них 450 рублей. Ну, для таких красавчиков супер цена. Их тут много, между прочим. Вон. Но пилорик один. Вон там. Красивые каменные розы еще есть. Цена 1500. Вон она цена. Я вижу раз, два. Две каменные розы осталось. Но их было много. Когда я приезжала месяц назад. Вон какие красивые, огромные-огромные цветы. Пойдемте посмотрим вот там что. Так, вот здесь. Так, так, так. Здесь стоят. Так, получается, это все. Мульти, а, мульти вот это вот 1500. Интересно, это не яблочко? Похоже на яблочко. Вообще похоже на яблочко. Но они закрыты, к сожалению. Мы с вами ну никак не сможем посмотреть, как называется.
Так, вандочки. Камбрии. Рыженькая вон вандочка. Красивая. Так, сейчас обойдем. Какой огромный красавец. Ой, далеко стоит белый. Так, ну, честно, мало. Я почему-то думаю, что это все GMP. Да, GMP. Сейчас, потому что GMP я уже с закрытыми глазами узнаю. Так. Алдура. Это вот получается, как у меня. Очень он красивый, желтый. Вон. Вот он. Вот про который я показывала, что темные листья и желтые цветы. Да, восковые, как у меня. О, появились башмачки, девчонки. Мауди, красавчики. Ну, с одной розетки. А, нет, там две розетки. Цена на них 1,5. Дорого. Ну, как всегда, здесь, сами знаете. Ну, нормально. Они их потом списывают, и все супер. Башмачков достаточно много. Так. Хорошие башмачки, между прочим. Смотрите, вот с двумя розетками. Да, две розеточки. Ну, вот это тоже можно списывать. 1500 минус 70%. Так, ну что? Можно потихонечку уже делать разделение столов. Ванды. Достаточно много ванд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь ванд. Так. Пойдемте посмотрим оценочки. Я хочу все-таки розочки. В прошлый раз я купила розы за 60 рублей. А вдруг повезет? Так, смотрите, у нас есть по оценке ансидиум. Ансидиум. Так, но он отцвел, а бульбы... Вот мне бы ансидиум взять, мой что-то уже совсем. Ну, здесь у нас... Так, сейчас неудобно. Две псевдобульбы. Он, видимо, упал, горшок сломан. Две псевдобульбы. На самом деле, очень сложно такого будет откачать. Ну, по крайней мере, для меня сложно. Вот мой был здоров, улитки начали есть, я пересадила, потом еще раз. Ну, конечно, моя вина. Так, сейчас еще один здесь есть. А вот этот неплохой. Раз. Раз, два, три, четыре. Нет, спасибо. 5 получается. И вон какие корни. Но корни хоть чуть-чуть травмированы, он пересушен. Вот этот неплохой экземплярчик. Потому что у меня как-то... Ну, надо брать. Так, розы у нас здесь. А вот еще ансидиум. Видите, их было много. Сейчас списывают. Здесь тоже неплохой. Раз, два, три. Три псевдобульба, но он более... Даже лучше держится в горшке, чем... Которую я взяла. Ну ладно, я попробую откачать. Так, здесь у них огромные в подарочных упаковках. Их здесь по 2 фаленопсиса. А в прошлый раз они 1500 стоили, но минус 70%. Так, розы в таких вот длинных горшках. Так, а где же вот просто розочки? Наверное, нету. А, есть. Есть, ура, ура, беленькая. Ура, ура, ура. Я рада. И неплохой кустик такой-то. Как вы думаете, посажу я ее? Я уже те посадила, высадила. Кто-то говорил, сажай, кто-то говорил, нет. Ну, девчонки, я живу в небольшой квартире на данный момент, поэтому я посадила. Но беленькой нету, я посажу, куплю. Так, что у нас тут еще интересного? Все интересное, все классное. Так, ну фаленопсисы. Крашеные, белые. Ну, возьму все-таки. Пойдемте еще
Какое солнышко радует. Пойдемте еще посмотрим на улицу. Там, может быть, есть все-таки уценки розочек. В прошлый раз они были. И я побегу за своим ребенком. Многие из вас спрашивают, почему редко снимаю видео. На самом деле, наверное, у всех блогеров наступает такой момент, что... Ну, как вам сказать, не лень, нет, это не лень, просто нет времени. Хочется вот снять, совершенно нет времени. Поэтому, мои хорошие, не обижайтесь, я обязательно буду снимать. Сейчас зима, скоро придет, и будет поинтересней. Так, ну вот здесь, 50% здесь, 50%. Ну, видите, здесь садовые такие розочки есть, но они в больших горшках. Ну, все, улицу убрали уже практически. Нету. Я подсела на розы. Пойдемте. Так, клубничку продают. А получается 159. Ну, я рада, что вот такую розочку урвала. Она неплохая. Сегодня теплый денечек. Вообще обещают теплый денечек в посаде. Так, удобрение. Мы зайдем в Ашан, посмотрим. В Ашане дешевле удобрение. Чуть больше даже половины дешевле, посмотрим. Ну, в прошлый раз не было, мало было. Вон какие горшки. Смотрите цены. На большие 300 рублей. Так. $99, $160, $250. Так. Ну, все, значит. Выходим. Пойду я рассчитываться. Ну, розочек больше нет. Я не вижу, по крайней мере. А, нет, вижу, еще какая-то стоит. Секундочку. Так, вот какая стоит. Но у нас розовая есть. Я не хочу одинаковую. А вот здесь еще какая-то стоит. А, здесь в большом горшке. Это в маленьком розовая. Но розовая есть. Не хочется одинаковые, если честно. Ну, как бы вот так. Пойдемте. Нас посчитают. Здравствуйте, а посчитайте у нас, пожалуйста, это уценки. Так, я отключусь. Так, значит, ребят, взяла я, знаете, что я взяла все-таки два консидиума, решила посадить в один горшок. У меня есть, но мой как-то это, как-то не очень. Может и выживет, дал новый рост, но взяла два, посажу в один горшок, кто-нибудь да будет себя чувствовать. Ну и значит розочку. Я сейчас вам покажу. Так, сейчас я вам покажу. Значит, роза получилась 77-70. Чуть-чуть, видите, дороже, цена выросла. А, ну, не страшно, там 7 рублей, 8 рублей. И получается ансидиум 899 стоил, скидка 70%. Получается за 2 539 рублей. А сколько он стоил? Сейчас. Так. А, 900 рублей он стоил, да. 900. Получается минус 70%. Видите, тут все в один просто посчитали, но примерно
620 рублей скидка. 900 рублей, 450 рублей. Ой, короче, сейчас я посчитаю. Значит, долго я соображала на самом деле. Просто их два здесь внесли, два. Ну, получается, я заплатила за один 270 рублей. Ну, примерно. Примерно вот так. За один 270 рублей. Но все равно это как бы дороговато для уценки вот такой. Но и при этом нормально. При этом все-таки неполная стоимость. Ну все, мои хорошие. Вот здесь так пахнет вкусно. Просто не передать словами. На этом все. Всем пока. До скорых встреч. Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии. Я вас всех люблю. Всего всем самого хорошего. Пока-пока.